Компьютерные игры, за которые не ругают родители. Киберспорт стремительно набирает популярность среди школьников. Сегодня это не просто способ отдохнуть, но и возможность посоревноваться в том, что нравится. Со 2 по 25 мая в Химках проходил турнир «Битва школ». Одной из лучших киберкоманд стали TN Sports. На турнире ребята заняли почетное 2-е место. Татьяна Николаевна! Необычная кричалка – имя зауча родного 11-го лицея. На вопрос, почему такой неординарный настрой перед игрой, отвечают: благодарны педагогу за понимание во время подготовки к турниру. Пускала некоторых людей с уроков. Она прекрасный человек и отличный преподаватель. Это зауч, учитель химии в нашей школе. Мы все с ней знакомы, поэтому решили именно так сделать. Посвятить наше название именно ей. TN Sports – это ученики с 7 по 10 класса. Несмотря на разницу в возрасте, их объединил интерес. Сначала к одной и той же компьютерной игре, а после к желанию поучаствовать в соревнованиях. Сначала мы думали, что будет тяжелее, потом оказалось проще, чем мы думали, и мы смогли дойти до финала. А дальше уже будь что будет, мы не были ни в чем уверены. В итоге слаженная работа дала свой результат. В кибертурнире «Битва школ», организованном администрацией округа, участвовали 192 спортсмена, а это 30 команд. Победителей и финалистов соревнований наградили в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Вручили грамоты и медали, подарили игровые клавиатуры и компьютерные мышки.